Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти устройства. Bluetooth является одним из стандартов беспроводной связи, и как любой стандарт беспроводной связи, он обеспечивает возможность доступа через радиоканал к тем данным, которые передаются между устройствами, которые находятся в эфире. Но не стоит сильно пугаться того, что включенный Bluetooth будет передавать ваши персональные данные, так как сделать это не так-то просто. Но вся полезная информация, она упакована в пакеты, во фреймы, в специальные структуры, в кадры, которые, в свою очередь, имеют защиту. И зачастую для того, чтобы получить доступ непосредственно к прямым данным, требуется достаточно сложная процедура декодирования, расшифровки передаваемой информации. Рекомендуем вам выключать Bluetooth сразу после того, как вы воспользуетесь им по назначению, чтобы не стать мишенью для мошенников. Следите за безопасностью своих данных. Кристина Надыршина, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.